Так вот мы доехали до Forest Glade Gardens. Здесь очень, очень красиво, недалеко от Mount Macedon, Македонская гора. Вот такой тут вход. Ладно, пойдем гулять. Последний день теплой зимы, последний день лета. Зима наступила. Осень наступила. Наступает осень, и это последний день. Погнали. Прикольно же здесь, да? Да. Только вот если приезжать попозже, то больше деревьев будет уже прямо красными. Это вот было вот такое все красное в прошлый раз, мы попозже приезжали. Фонтанчики искупаться. Это фонтан. Фонтан, да? Парк классный, народу очень много. Китайцев больше всех, как обычно. Но погулять есть где. Bye.
есть время перекусить. С видом на озерцо. Да? Семечек. Росемечек. Молодцы мои. Тут вот есть такие, короче, ступеньки. И один китаец, ну, такие бетонные, такие железобетонные ступеньки, и один китаец, короче, на этих вот ступеньках, сейчас покажу, вот на этих ступеньках, он вот так подошел и вот так потрогал сначала, не провалится ли оно, и потом только пошел. И у меня родилась идея продавать им спасательные жилеты здесь на подходе вот к этому прудику. Мне кажется, пойдет хорошо. Такая, в общем, атмосфера джунглей тут. Все засажено деревьями, растет мох. Очень прикольная атмосфера. Болотца. Очень все красиво сделано. И везде просто вот такие памятники. Дикие памятники архитектуры детской. Фу, блин, грецкой архитектуры. Деревянный лес и японский сад. Вот Светка говорит, что если сюда приезжать позже, на месяц, то не будет на месяц, все. А в конце апреля хотя бы. Мы тут были 2 года назад, в конце апреля. Тут очень много деревьев были, прямо красные, оранжевые, такие яркие краски были. А сейчас еще почти все зеленое, слегка желтое. Рановато. Хороший парк. Для фоток самое то. Приезжайте в конце апреля. Припарковаться, конечно, очень сложно, поэтому мы запарковали в боковой улице. Вот так она выглядит. Ну вот видно, что европейские деревья уже начинают, то есть уже начали вовсю завидать, краснеть, желтеть. А эвкалипты вечно зеленые, поэтому, в общем-то, все так и удивляются и ездят фоткаться с нормальными европейскими деревьями. Типа клена, дуба, потому что это выглядит офигенно и красиво. Еще одно место, которое это Брайт, но оно находится где-то 400 километров от Мельбурна. А этот Маунт Македон, в котором мы сейчас 1:20 ехать. В тени уже холодно, это один из последних теплых дней. Но это в горах, в Мельбурне сегодня 26, по-моему. У нас значок ветра по прогнозу, поэтому следуй значку ветра. Здесь листья уже начинают желтеть, краснеть. В основном еще зеленое, а через пару месяцев будет вообще все красное и желтое. Это если ехать по Mount Macedon Road, то здесь есть такая стоянка. Вон она там. И вот прямо напротив этой стоянки, налево, будет такая аллейка красивая. Все, мы поехали на вершину горы, сгоняем. Там такой крест стоит, обелиск. Военный мемориал, тут тоже много красненьких деревьев, ну и, как говорится, ту
туристов тоже. Надеюсь, что здесь поменьше подниматься, чем в Маунт Гэмбиер. В общем, это вершина горы Македон. Здесь установили такой памятник военный, погибшим военным. Справа от главной дорожки на военный мемориал есть очень прикольный лукаут. Парк здесь на вершине горы Маунт Македон. Кому нравится, ставьте лайк. Не жалейте лайков, не жалейте, потому что иначе Маунт Македон закроют, раскопают, сравняют все. Ура, кенгуру здесь есть, но их пока не видно. Раньше бродили ламы. 2 года назад мы здесь были, здесь бродили ламы, вот этого забора не было. А сейчас сделали гоночный трек, как назвать-то? Ну, в общем, где бегают всякие лошади или кто тут бегает. Вход сюда, место называется Hanging Rocks, висящая гора. Въезд сюда стоит 10 баксов, потому что я знаю, что некоторые люди смотрят мои видео как руководство к путешествиям. Привет, Максим, кстати. Вот эта скала, которая висит. Сегодня, наверное, пропустим это удовольствие. Я как-то издалека сейчас сниму. В общем, здесь есть тоже барбекюшницы. Лам нету. Лам, надеюсь, мы попозже найдем. В общем, тут есть информейшн-центр, кафешечка и всякие дорожечки до прогулочек, как обычно. Yeah. Ah, over there? Yeah, they just... Oh, okay, cool. Sorry. Thank you. Чувак сейчас сказал, что ламы где-то здесь, но я их почему-то не вижу. Где лам? А, вон они. Вижу лам. Привели лам. Сейчас ребенок первый раз увидит ламу. Вот они. Это вид сзади. Какая красотулечка, маленькая. Видишь? Как можно гладить. Смотри, какая. Да? А вот хозяева, видимо, этих животных, они раздают инструкции детям, которые подходят со спины. И лама возмутилась, и чувак объясняет детям: отойдите от ее зада, потому что иначе оно вас... Вот эта лама издает странные звуки. В общем, у нас тут целое пастбище кенгуру обнаружилось. В общем, Светка не верит, что это дикие кенгуру, а это на самом деле дикие. И их тут миллиард просто. Дикие животные Австралии. Смотрите, какая красота. 50 тут кенгуру, и они реально дикие. И вон там сидит кукабара. Скаковые лошади, видимо, содержатся. Вот у них такая конюшня. У них тут конюшня. И вот здесь они по этому рейстрекингу, они, в общем, бегают. Я не знаю, как называется по-русски. Уже не помню или не знал. Висящая скала, она считается вроде как священной. Вот так прикольно здесь, на висящей скале. Самое лучшее место, рекомендую. Славно проехали сегодня. Ура! Вон они, кенгурушки, до сих пор еще бегают. Как круто мы попали удачно.
Я в шоке, я даже не ожидала. На Маунт Македон есть куалы, кстати. Скажи пока. Пока-пока.